Аня, с вами Анита. Сегодня, друзья, я решила сделать такое необычное видео для моего канала. Я решила разыграть вас, мои дорогие подписчики. Вы мне часто пишете о том, как я ухаживаю за своими волосами. Я заметила, что слишком много внимания моим волосам, поэтому я решила сделать такой розыгрыш и проверить вас, что было бы, если бы я отстригла свои волосы и покрасила их в яркий цвет. В Японии, тем более, это актуально здесь, поэтому я хочу посмотреть, буду ли я вам по-прежнему интересна, и я бы не хотела, чтобы люди акцентировали внимание на определенных вещах, потому что когда я выкладывала свои посты на лукбук, я заметила, что очень много внимания уделяется моим волосам, и однажды я запила гульку. И вы представляете, я получила такое огромное количество комментариев, что без распущенных волос она выглядит не очень, или с гулькой ей не идет, и все прочее. Поэтому я бы хотела, чтобы люди не акцентировали внимание на внешнем виде человека, а чтобы обращали внимание на другие вещи. Поэтому посмотрим вашу реакцию. Залог успешного обмана в интернете заключается, конечно же, в сторис. Я подготовила сторис, который выкладываю уже несколько дней. Первый сторис, который я выложила в Инстаграм, я написала «Подумываю о покраске и стрижке» и выложила голосование. Я была удивлена, потому что 62% проголосовало за то, чтобы я сделала стрижку. В этот же момент я стала получать комментарии от многих девушек, которые пишут, что не отстригай свои волосы, люди специально голосуют, чтобы ты их отстригла. В таком стиле это было очень забавно. На следующий же день я выложила сторис с подборкой фотографий, какую прическу я бы хотела сделать. Это розовое каре, потому что, как вы знаете, у меня розовый парик. Я была очень удивлена, потому что тоже все начали писать, что идея очень хорошая. Все начали голосовать за второй вариант, за более светлые волосы. Мне написали друзья, у которых есть салоны, что они готовы даже меня окрасить. Это было очень забавно. И третья история, которую я выложила вчера. Я нашла в интернете отстриженные белые волосы, придала фотографии более такой красивый инстаграмный вид и написала «Время распрощаться с белыми волосами». Первыми, кто отреагировал, кстати, на такие истории, были члены моей семьи. Это мой брат и моя сестра. Мне пришлось им сказать, что это просто шутка, потому что брат написал, что я буду об этом жалеть. Сестра написала, что это очень классная идея. А когда я выложила отстриженные белые волосы, начали мне писать друзья из разных уголков земли. И многие написали, что длинные волосы – это часть себя. Ни в коем случае их не отстригай. Сначала я хотела им признаться, но потом я решила продолжить и выложить конечный результат, потому что очень забавная реакция. Люди настолько серьезно относятся к волосам. Видите, что у меня есть? Я купила парик. Достаем парик. Присаживаемся, приступаем к трансформации. Здесь есть вот такой чулок. Я так понимаю, на голову одевается, да? Волосы собираешь, понял. Как шапочка в бассейне. Как-то фи. Уши высунуть. Хорошо, что они у меня еще ровные. Вот тут такая штучка прилагается, чтобы он не мялся. Я выбрала розовый парик. Хорошо. Цвет-то хороший. Подожди, как он называется? Он прям прошит вот этими всякими штуками. Ну, закали. Короче, как одевают? А, это сзади, наверное, закалывается. Ну, чтобы он не сполз. Что это? Надо расческу взять. Но я делаю кепку в любом случае. Ну как вам мое преображение? Просто самое главное, чтобы вообще люди поверили, что это типа настоящий тяжелый. Какие люди? Ну, подписчики. Я буду чисто как типичный иностранец, который приехал в Японию и сошел с ума. Чего? Цвет хороший, он яркий. Видна гулька, да? Немножко там что-то торчит. Ну, с кепкой Гуччи, конечно, неплохо смотрится. Похоже, как будто я настоящая? Да. Я сфоткаюсь в темноте, но нужно, чтобы все поверили, что я теперь изменила цвет волос. Ну, для челку немножко уберешь потом. Ну, все равно не поверят, потому что ты в кепке еще. Подаешь на улицу. Такое чувство, что мы занимаемся какой-то ерундой вечно с моей сестрой. Точно похоже, как будто настоящая? Да. Ты мне не говоришь, что я... Найди меня. Слави меня, он звонит. Все, поехали. Поехали. Тупой боже. Я боюсь там не сидеть. Заходим, сестра. Заходите. Хотя смотрится прикольно при свете. Угу. А макияж подходит? Да, хорошо. Все.
Они думают, зашла, короче, с белыми волосами, выходит с розовыми. Думают, мы на острове. Мы только что позорились, мы, короче, выходили с лифта. Там стояла компания, не приехали мы туда же, оказывается, мы приехали на первый. Мы так тупили, но мы типа сделали вид, что мы просто первый раз в этом отеле остановились, потому что мы с Стасом пятёрочек. Не знаю, может, их отели люди. На самом деле, просто чувствовала себя так неловко в этом парике, что я так растерялась. Мы тусились на месте, открывали лифт, закрывали. Вот так странно. Не просто, все так, все. Да, и мы сейчас тоже тупили. Слава богу, на улице нет много людей, да? Поэтому можно будет пофоткаться. Только что шел крашеный парень, он так на меня смотрел, но он подумал, что я могу стать его девушкой, иностранкой. А вообще хотела сказать, что в Японии не любят девушек, которые красят волосы цветной цвет. По категории модниц, несерьезная девушка, и никто их не любит. Вот. Что он хочет? Я уже начинаю жалеть об этом. Я просто хотела сказать, что очень было неудобно там фотографироваться, потому что все смотрели. Либо я смотрю зашла там. Сейчас мы хотим найти еще одно место, а магазин какой-нибудь, сделать фотку в японском стиле. Я только что была в магазинчике, мы не нашли места, где сфотографироваться. На меня так смотрели, начали говорить: розовые, розовые волосы. И я подумала, что все, больше стесняться не буду. Да, я люблю розовые волосы. Да, я их покрасила. Все. Смиритесь. Хочу разбить ваш миф, друзья. Многие думают, что в Японии все ходят яркие, крашеные. Нет, здесь все ходят в очень классическом стиле. Черные волосы, черно-белая одежда и так далее. Здесь никто не выделяется. Это вам не Корея, это не Китай. Даже не в России или в Беларуси. Посмотрим, какая романтика города. Мы нашли магазинчик и решили прикупить коллаген. Пожалуйста, держи. Здесь на самом деле очень прикольная. Это просто тема. Здесь всякие прикольные витаминчики есть, там для печени. Очень необходимо для японцев, потому что они страдают каждый выходный. Слышу, на первый попавший. Хорошо, я слышу на французскую речь. Это мне слышно. Я хотела подойти взять этот журнал, а мне скорее не подойдет, потому что эти все журналы сами были какой категории. Давайте узнаем. Мне страшно. Там. Ну здесь ничего такого нет. А, это просто такое, да? Сфоткай меня. Мне моя сестричка посоветовала, сказала, что все эти нюансы качество этой водички. Пожалуй, возьму ее. Написано, что это, кстати, соленая штучка. Попробуем. Джанкин. Кели, кели. Хоп. И на кара. Закончился наш съемочный день. Мы идем в отельчик купить себе вкус. Это квартира другая. Ой, она так дернулась, мы не видели. Я это почувствовала. Ее вибрации, энергии. Мы дома! Все. Как хорошо снять наконец этот парик. Почувствовала себя настоящим трансвеститом. Ничего не имею против онных. Вообще ничего не имею против никого. Сейчас хочу попробовать эту штучку. Да, ужасно мне этот напиток, который я купила с Ареной. Пробую вот этот напиточек, про который мы вам говорили, что его нравится, он нравится всем иностранцам. С чего ты взяла, где ты прочитала, что он нравится всем? Я видела в Инстаграм. Да? В общем, если вы видите вот этот напиток, очень-очень вкусный. Я так странно пью, а что ты увидела? Вкусный. Вкусно! Вкусно! Она если странно, команда просто. Но знаете что, если в Японии будете пробовать наркотики, знаете, что с вами будет? Японцы говорят. Вот что. Это означает, что вас поведут в тюрьму. И посадить. Посадить и будут. Вот такая. Полиция, Энгри. У нас все показывают так вот. Босс. Я такая думаю, зачем вы показываете эту рожки? Знаете, это так глупо. А оказывается, это показывают все Азии. Типа злой. А нам смешно было, нам поговорят, что босс, а мы такие, типа, зачем его не показывают так по-дурацки? Это выглядит ужасно. Не спрашивай, что я делаю. Что ты делаешь? Это моя сестра. В лучшем ее расположении духа. Все, я это сделала, я загрузила фотографию в Инстаграм.
это выглядит таким образом. Мне начинают писать комментарии мои близкие друзья, знакомые. Мне уже даже стыдно, потому что люди на самом деле верят, не поддерживают, и мне хочется действительно покраситься, постричься, чтобы уже не разочаровывать людей. Даже мне моя подруга написала: ты постриглась и покрасилась, или это вранье? Она, может, подозревает меня в этом обмане. Боже, столько комментариев, честно говоря, я даже не ожидала. Думаю, подождем сутки, и я бы хотела, наверное, выложить поскорее видео и рассказать, что это был розыгрыш. Пожалуйста, простите меня, все, кто поверил в это. Итак, друзья, прошло больше недели. К сожалению, из-за занятости в Японии было очень много выступлений, и даже не было времени выложить видео. У меня появился выходной. А знаете, как можно определить, выходной у меня или нет? Потому что в свой выходной я могу не укладывать свои волосы. Потому что в Азии ни в коем случае нельзя допускать на сцену человека вот с такими волосами. В Азии волосы должны быть идеально уложены, идеально выпрямлены и затем накручены, за исключением только определенных съемок, наверное, в определенном стиле. Сегодня у меня единственный день, когда я могу себе позволить свободу. И больше недели я не могла опубликовать даже фотографии в Инстаграм, потому что я не могла выложить это видео, ибо я не хотела быть разоблаченной. Было интересно, на самом деле, встречать друзей из Японии, которые видели мою фотографию в розовом парике, и все такие: а, ты же подстриглась, что это было? Я говорю, что это была проверка моих виртуальных друзей, останутся ли они со мной. И вот сейчас я открываю комментарии. Знаете, я была удивлена, потому что все комментарии, которые мне писали, они были все положительные. Все пишут: класс, вау, тебе идет, все очень здорово, beautiful, нереально круто, всем понравилось. Только одна девушка написала: разве это не парик? Кто-то написал: да, я тоже так думаю, волосы, они-то очень красивые, выглядят прекрасно, я думаю, ей было бы жалко их обрезать. Друзья, мне на самом деле все равно, я могу, конечно, и обрезать волосы. Где же видео с твоим преображением? Хочу, пишу, будет скоро. Не думала, что вам будет идти стрижка и цвет. Я всем понравилась. Я не понимаю. Круто, тебе идет. Вы решительная девушка. Очень решительная. Как вы уже поняли. О! Никогда не думала, что в интернете очень много девушек с таким цветом и прической. Вам, несомненно, очень идет. Вы вообще девушка красивая. Спасибо большое. Сложно оспорить такую внешность, но лично по моим ощущениям изюминка пропала. Я, конечно, согласна, потому что многие подгоняют себя под один и тот же стиль, и не сохраняется индивидуальность человека. Парик, парик, разоблачение уже пошло. Но на самом деле таких комментариев очень мало. Я просто хотела вам показать один комментарий, ради которого, в принципе, это было сделано видео. А вот! Нет, я ведь только подписалась и только влюбилась в твои волосы, но я признаю, что это выглядит очень круто. Людям все равно понравилось. Какое-то разочарование. Стыдно, когда люди пишут: ты чувствуешь себя, наверное, такой свободной и легкой. Не люблю обманывать людей, знаете, чувствую себя не очень. Я, кстати, позвонила своей подруге, потому что она подумала, что я действительно постригла свои волосы, но она подозревала, что это, возможно, обман. Я покрасилась. Как тебе моя стрижка и краска? Чего? Прикольно же, да? Прикольно. Мне сказали все, что я пожалею, но мне кажется, что я не пожалею никогда. Ну, а сейчас жалею? Сейчас немножко жалею, конечно, жалко длинных волос, но они же отрастут, всегда можно нарастить. Отрезала те, которые были лишние. Вика? Сказала классно. Вика, что ты сказала? Прикольно, конечно. Необычненько, немножко непривычненько. Ладно, это шутка. Это розыгрыш просто. Подруга знает свою подругу. Как свои пять пальцев. Я потом позвонила другу. Друг вообще у меня был разъяренный, что я подстригла свои волосы. Друзья, знаете, какой это вывод всего этого? Что время изменилось, всем все равно. Пару лет назад, когда я завязала эту гульку, я подумала, что мне на самом деле не идет эта гулька. Может, мне идет только распущенные волосы. Я поняла, сейчас время меняется, люди меняют свое мнение, и всем все равно. Поэтому, друзья, давайте быть свободными, делайте, что хотите. Отстригайте волосы, красьте. Главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы наслаждались. Потому что всем все равно. Да здравствует свобода решений. Это был очень интересный эксперимент. Я на самом деле сделала для себя выводы. Извините, пожалуйста, за такой розыгрыш, что вы почувствовали себя обманутыми. Я вас всех очень люблю, обнимаю. Спасибо вам, что вы у меня есть. Было очень интересно, друзья. Для меня, по крайней мере. И увидимся в следующем видео. Всем пока.